Добрый день, дорогие мои подписчики! Сегодня мы с вами приготовим легкую окрошку, по-другому ее еще называют айран. Обратите внимание, что калорийность тут минимальная, 18 килокалорий на 100 грамм. Поставьте ролик на паузу для того, чтобы записать этот рецепт. Для приготовления нам понадобится 1 л 1% кефира, 1 л холодной кипяченой воды, примерно 200 грамм свежих огурчиков, один большой, либо 2-3 маленьких. Также нам с вами понадобится свежий редис 150 грамм. У меня получилось 4 штучки. Также нам необходимо взять укроп 10 грамм, 2-3 веточки. Последний ингредиент – это соль. 1 столовая ложка с горкой. Выливаем в кастрюлю кефир и воду. Подготовленный промытый и очищенный редис натираем на терке. На крупную терку трем огурец. Чистим чеснок. Пропускаем его через пресс. Осталось измельчить укроп. В разбавленной водой кефир добавляем все ингредиенты. Также добавляем соль. Тщательно перемешиваем и отправляем в холодильник на полчаса. Ну вот, наш айран готов, и мы его разливаем по порциям. Хотите в стаканчик, хотите в пиалку. И желаю вам приятного аппетита! Вот и подошла к концу наша очередная встреча. Если понравился рецепт, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И до новых встреч! Всем пока!